Сегодня буду выводить вот такие въевшиеся пятна с полотенец, которые не берет ни один стиральный порошок. Полотенце еще в хорошем состоянии, на свалку им точно рано, так что, надеюсь, все пятна отстираются. Также заодно почищу потемневшую кухонную утварь, вот такую кастрюлю, турку для кофе, до которых редко доходят руки. Помогать справляться с пятнами и грязью мне будет вот такой экологичный очиститель от Стиралити. Очень удобно, что в комплекте сразу идет мерная ложечка. Полная активация порошка происходит при контакте с кипятком. Заливаю все, и вот такая бурная реакция у меня пошла. Все шипит, бурлит, и грязь буквально выталкивается этим средством. Оставила так поставить турку минут 15, чтобы средство поработало. Для полотенец я сразу закипятила кастрюльку, засыпала туда порошок и опустила полотенце. Вообще, для меня Стиралити — это просто незаменимое средство, которое справляется не только с различными пятнами, но и с жиром на разных поверхностях, сковородах, противнях, вытяжке, с пятнами на мягкой мебели, коврах. И скажу вам по секрету, только с помощью этого средства я могу отстирывать на рубашках мужа воротнички и подмышки от дезодоранта, просто знаю, что для многих это актуальная проблема. Ну что, вот такой у меня результат. Сегодня турка блестит, полотенца тоже все отстирались, здесь они еще мокрые, но уже видно, что пятна все ушли, и посмотрите, какая черная вода. Мне кажется, Стиралити справился не только с пятнами, но и просто отстирал въевшуюся грязь, сделал полотенце светлее и белее. Ребят, ссылка на очиститель Стиралити будет в первом закрепленном комментарии под видео, также пропишу артикул на экране. Кстати, этот очиститель не содержит хлора, это абсолютно экологичное и безопасное средство, подходит для детских вещей и будет безопасно для людей с аллергией. А еще я им отстирала вот такие когда-то белые, но они, кстати, относительно новые, чернющие свои кроссовки. И Стиралити тоже отлично справился.